Да, дорогая. А мне сейчас тут какая-то баба пишет, что она твоя любовница. Да такого быть не может, ты чё? Да, а сейчас сказала, в подтверждение видео скинет. Какое еще видео? Где ты голый в душе моешься. Ну-ка мне его тоже скинь. О, все отправила, сейчас. Держи. Чё это? Опхей, ла-ла-лей, ну-ка жопочка помой. Опхей, ля-ля-лей, и водичка мне подлей. Оп. Ой, Геночка, а что ты так с работы рано пришел? Да уволили меня. Что опять накосячил? Да пошли они в жопу со своей дверью. Гена, назови три футбольные команды. Барселона и Ювентус. Угу, так, записала. А два типа женщин по цвету волос. Блондинки и брюнетки. Угу, так. Две реки в Китае. Да блин, что за фигню какую-то спрашиваешь? Не знаю я. Ой, я так и знала. Только футбол и бабы тебя интересуют. Ничего. Бабник! Да, дорогая. Геночка, я же сейчас тебе вместо таблеток от поноса дала успокоительное. Как ты там? Да ты чё? Ну у меня всё нормально. Вот я только что обосрался. А чё делать? Да ты успокойся. Всё, что надо, я уже сделал. О, Ген, прикинь, оказывается, пары, которые регулярно вместе употребляют алкоголь, их отношения становятся крепче, и они меньше ругаются. Так что давай, Ген, держи. Ты чё, Оксана, не каждый же день. Давай, надо бороться за наше счастье, давай.